Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, президиум. Я, наверное, не первый раз выступаю перед вами, потому что лица многих из вас знакомы, и вам, и мое тоже самое. Почему, собственно, говорится, грязи лечения, да и почему, говорится, мы встречаемся здесь? Ну, насколько я уже поняла, что Юрий Алексеевич своим таким энергичным посылом, да, включил в это действие, наверное, не только лор-органов, ортодонтов, ну и подключил врачей восстановительной медицины. Собственно, я не считаю себя врачом-физиотерапевтом в чистом виде. Я себя, скажем так, отношу к врачам именно восстановительной медицины. С чем это связано? Изначально педиатрический диплом и многолетний опыт работы в курортной системе, 17 лет Анапы, плюс кандидатская, плюс остальная дальнейшая работа по докторской. То есть все это дало посыл к тому, чтобы понять, что только в единении, да, только в совокупности мы можем достигнуть результата. Знаете, вот вы сейчас, наверное, уже устали, я вас немножко попробую разбалансировать, немножко развеселить. Я, в общем-то, выросла на Украине, у нас есть такая шикарная украинская пословица. Моя бабушка говорила, что девчата роблють, шиют, та співают, а матери шо роблють, розпорюют, та плачуть. Это я к чему говорю? Да, сейчас достижения хирургии, да, как таковые, высокотехнологической медицинской помощи достигли действительно невероятных успехов. Но опять-таки, в этой вот купели мы потеряли маленькое звено. Когда-то еще на заре строения советской медицины академик Семашко ввел шикарный принцип этапности и преемственности. И тогда было поликлиническое наблюдение, стационар, пациент выходил снова в поликлинику, уезжал в санаторий, и этот принцип не нарушался. Он потерялся именно здесь. Так вот, я хочу сказать, что западная медицина этот принцип не потеряла. Я проходила стажировку в западных клиниках, ну, например, Баден-Баден, да? На третий день после ортопедической операции, максимум на пятый, пациент выводится в клинике восстановительного лечения, где им занимаются специалисты. Да, тогда не нарушается кинетическая составляющая, да? Тогда не включается вот этот вот механизм физиологии, именно физиологии боли, то есть миофасциальный синдром не преобладает, который не подключает, скажем, систему ноцицепции, скажем, взаимодействием антицепции. Почему, говорится, у меня может быть более скромный доклад, но мне бы вот к чему хотелось апеллировать, да, то есть вы видите, что в принципе доклад называется так, как, в общем-то, он спозиционирован совместной работой с Юрием Алексеевичем, да, он называется «Регуляция функциональной асимметрии медиальной двигательной системы человека и индивидуальной фокальной сегментарной пилоидотерапии с контролем обратной биологической связью физиотерапии». Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вы видите, слайд этот уже не первый раз повторяется, и возвращаться к нему я не буду. Объясню, почему он здесь присутствует. Что в принципе, скажем так, педиатрическое образование, правильно сказал доктор ортопед, что в принципе мы должны работать совокупно. Если вы смотрите свою костно-костно-мышечную систему, то педиатр в принципе обращает внимание прежде всего на субъективные факторы. Ведь ребенок в силу своих возрастных особенностей, а они обязательно должны учитываться. Ведь первая дифференцировка, скажем, такой сочетанной и функциональной мышечной двигательной системы у ребенка начинается в 4-5 лет. Далее к 8-9 годам она более структурирована. И дальше включается период препубертата, то есть мощнейший нейрогуморальный посыл, когда идет разбалансировка соотношений корпусных систем тела, когда ребенок начинает приобретать фазу гадкого утенка. То есть у него вытягиваются конечности, маленькое короткое туловище, диспропорционально выдвигаются мышцы шеи и начинаются, говорится, изменения лицевого и костного черепа. И вот в этом периоде, почему, говорится, мы в возрасте 13-16 лет, собственно, не мы, а вы, замечаете эти сколиозы, потому что вот этот массивный толчковый момент, он выпадает из нашего поля зрения. И в этот момент мы обязательно, вот вы говорили, ортопеды, то есть ортодонты, лоры, да, в этот момент мы забываем такой маленький нюанс, что в периоде препубертата строение и рост черепной коробки, он у мальчиков и у девочек различен. То есть у девочек растет черепная часть, а у мальчика растет лицевая. Вот этот нюанс тоже обязательно должен быть, то есть он должен быть учтен. И когда мы работаем с флексионным тестом, это обязательно, говорится, как бы учитывается. Но я хочу сказать, что субъективный посыл, собственно, приводит ребенка к врачу, да, это ли мама приводит, то есть ребенок беспокоен, вял, повышена утомляемость, чем это спровоцировано, да? То есть мы прекрасно понимаем, что патология или здоровье костно-мышечной системы обуславливает и здоровье соматических органов, потому что
нарушение соотношения строения самого, скажем, грудной клетки, брюшных органов, да, то есть те же нарушения баланса и внутригрудного, внутрибрюшного давления ведет к чему? Нарушается кинетика самих мышц. Поэтому дети часто склонны к простудным заболеваниям. У них нарушается носовое дыхание, у них идут вегетососудистые дистонии. Это одна из причин вегетососудистых дистоний. Ну, по крайней мере, то, что пишет Ключников, то, что пишет Зорина. Вот, поэтому это очень важно. И мало того, как говорится, дети начинают предъявлять боли. Они начинают, и не все мы с этим сталкиваемся, да, то есть они приходят и говорят, вот у меня болит, разлитая боль. И, в общем-то, вот этот миофасциальный синдром, как мы его называем, да, он является одной из причин. Чем он обусловлен, да, то есть как таковой, то есть понятно, что самым периферическим звеном восприятия боли, сейчас я немножко окунусь в нейрофизиологию, которая для меня, скажем, ну, как открытие по большому счету. Да, то есть это так называемые раздражения болевых рецепторов, которые называются ноцицепторы. Вот это для следующий слайд. Ну вот видите, ноцицепторы, собственно, широко представлены в адвентиции сосудов. В адвентиции сосудов мышц, связок, соединительной, извините, пожалуйста, фасции суставных поверхностей, суставных капсул. И, в общем-то, скажем, во внутренних органах. Преимущественно это органы желудочно-кишечного тракта. И вот раздражение термические, механические, химические, собственно, и обуславливают появление диффузной или слаболокализованной боли. Комплекс ноцицептивной системы в равной степени сбалансирован в организме, видите? То есть показаны качели ноцицептивной боли или гены и антиноцицептивной. Почему я говорю о ней? Мы дальше с вами поймем по слайду, и в принципе хотелось бы его предварить. Комплекс ноцицептивной, я уже сказала, в равной степени сбалансирован в организме комплексом антиноцицептивной системы, которая и обеспечивает контроль за активностью структур, участвующих в восприятии, проведении и анализе болевых сигналов. Собственно, это эндогенная система подавления боли. И это, собственно, представлено совокупностью структур центральной нервной системы, которые расположены на различных ее уровнях. Прежде всего, это серое вещество среднего мозга, это большое ядро, это гигантоклеточное ядро, это ядра ретикулярной формации продолговатого мозга. И вот аксоны этих нейронов, собственно, можно следующее сказать. Ну вот, в принципе, его видно. А, нет, немножко вернуться назад. Спасибо. Аксоны этих ядр спускаются в состав дорсолатерального канатика спинного мозга, заканчиваются в поверхностных слоях нейронов заднего рога, где выбрасывают серотонин, норадреналин. И многие из этих нисходящих волокон модулируют ноцицептивную импульсацию, выделяя энкефалины и другие опоидные пептиды, которые, собственно, тормозят передачу болевых импульсов. Структуры, составляющие антиноцицептивную систему, обеспечивают функции иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и репродуктивной системы. Поэтому их активация не только ограничивает болевые ощущения, но и регулирует все системы, принимающие участие в интегративных болевых и адаптационных реакциях. В общем-то, я согласна со многими из вас, что лечение в данной ситуации, в любой ситуации с ребенком начинается с консервативных методов. Но прежде всего у нас раньше был такой институт, который возглавлял Кучма, если он сейчас возглавляет, Рим Веленович. Он был институт гигиены детей и подростков. Он занимался тем, что в определенные возрастные периоды ребенка парты должны были быть определенного роста, дети должны были носить ранцы определенного веса, да, то есть должна была быть определенная доза физической нагрузки, обувь, подобранная по возрасту, росту и соотношению костной и мышечной ткани. Сейчас как-то этот период выпал. И поэтому, когда к нам приходят пациенты, в общем-то, действительно нужно разобраться в том, каковы временные периоды ребенок проводит за столом? Это ли компьютерные игры, это ли просто игры, или это занятия в школе? То есть эти моменты обязательно должны быть учтены. Коррекция массы тела, да, могу вам сказать даже по себе, что в общем-то лишний вес, лишние проблемы. У ребенка это абсолютно. То есть тот физиологический скачок, который совершает ребенок в момент роста, наверное, ни в одном возрастном периоде мы с вами не проходим. Большое значение имеет лечение внутренних органов, действительно, и санация очагов инфекции, потому что они являются, скажем, системами реструктуризации именно адаптационных систем, да, то снижает резистентность, естественно, снижает нейрогуморальные и нейрорефлекторные системы. Кроме того, широко используются нефармакологические так называемые методы, это и лечебная гимнастика, это и массаж и так далее, мануальная терапия и кларифлексотерапия. Но мне бы хотелось обратить на то, что
при локальных болевых синдромах очень хорошо применяется локальное воздействие, именно фокальное, в том числе и пилоидотерапия. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, вот видите, опять говорится, тут фокальный. Следующий, пожалуйста. Ой, где-то у нас с вами потерялся зеленый, который, на котором был показан круг. Немножко вернемся, извините, пожалуйста. Нет, чуть-чуть выше вернемся. Еще. Потерялся слайд. У меня был слайд, на котором был представлен диск с нот. Вот он, зеленый, господи. А вот видите, говорится, на нем представлено соотношение ноцептивной и антицептивной модели. Почему таким образом я вам ее представляю? То есть, видите, говорится, на дифференцировка. Что, говорится, воздействует? То есть здесь идут медикаментозные средства и немедикаментозные. То есть они воздействуют на различные этапы, то есть это и болевое поведение, это эмоциональное выражение, и это, собственно, говорится, физиологическое проявление, физические болевые рефлексы. Ну и в том же ряду указано, что грязелечение, да? В литературе доказано, это еще доказал Вайсфельд, это известный курортолог Ялта, Институт курортологии, он еще в 1989 году доказал, что обширные по площади грязевые аппликации, грязевые ванны, которые изначально применялись в курортологии, они оказывают, в общем-то, преимущественно общедиффузное воздействие, да, определяя биологические термодинамические эффекты. А вот именно местные или малые в виде лепешек, компрессов, местных тампонов, они оказывают фокальный именно нейрорегуляторный ответ с включением различных этапов, скажем, этажей нервной, гуморальной и гормональной системы. Что собой, собственно, представляют пилоиды? Следующий, пожалуйста, слайд. Еще, пожалуйста. Ну вот, как говорится, пилоиды – это и есть лечебные грязи. Это, собственно, полезные ископаемые и удивительные полезные ископаемые. Их существует 4 класса – иловые, торфяные, сапропелевые и суточные. Собственно, говорится, этим они и разделяются, но все, говорится, представляют собой органо-минеральные, коллоидно-минеральные образования класса полезных ископаемых. Структура лечебной грязи разнородна, и зависит она от сочетания многих качеств. Это наличие органических веществ, минеральных веществ, сероводорода, витамина, фермента, гормоноподобных биологически активных веществ. И я хочу вам сказать, что состав пилоидов превосходит самые сложные фармпрепараты. Притом физиологическое действие на организм считается менее специфичным и более сложно интегрированным. Различные по происхождению пилоиды имеют практически один и тот же спектр показаний и противопоказаний. Грязелечение воздействует на обменные воспалительные процессы, улучшает периферическое кровообращение, ускоряет рассасывание выпоток, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим, репаративно-регенераторным, дефиброзирующим и иммуностимулирующим и так далее, то есть порядка 18 лечебных физиологических эффектов. Механизм терапевтического действия основан на общих физиологических процессах формирования сложных ответных реакций по типу отдельных фаз. И образован совокупности связанных между собой механических, термических, химических и биологических свойств пилоида. Грязелечение рассматривает не только как фактор локального воздействия на патологический очаг, но и как эффективный метод изменения реактивности целостного организма, застрагивающий системные регуляторные процессы и активирующий саногенетические механизмы. Терапевтически выраженный эффект возникает в ходе нейрорефлекторных реакций с поэтапным вовлечением различных звеньев рефлекторного звена. Это и рецепторы кожи, слизистых оболочек, которые интегративно управляют реакцией на различных уровнях нервной системы, то есть от аксон до подкорковых, корковых и условных рефлексов. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что тепловой фактор в комбинации с физическими, химическими и биологическими факторами его, собственно, и определяет вот этот вот механизм биологического воздействия. Мне хотелось бы сказать, что я представляю маленький центр восстановительного лечения, где мы не занимаемся диагностикой, мы занимаемся целенаправленно восстановительным лечением. И работая не первый год, мы третий год уже работаем на рынке. Если классические грязелечения, будьте добры, следующий слайд, представлены в диапазоне температуры 38-42 градусов, мы пришли к выводу, что индивидуальный подход с подбором грязи от интерактивных 34-36 градусов до теплых 36-38 градусов дает более выраженный терапевтический эффект. Мы в центре пользуем, то есть это основа грязелечения, будет этап следующий. Это терапевтически выраженный эффект, следующий, пожалуйста.
Мы в центре пользуем привозные иловосульфидные грязи, которые мы привезли из Анапы. Это грязи Кизилташского лимана, Старокубанский участок. Они относятся к слабо минерализованным, слабо соленым, среднесульфидным иловым грязям приморского типа. Кроме того, я хочу сказать, что у нас, приехав работать в Воронеж, я была удивлена, что богатейший край, огромное количество источников минеральных, которые можно пользоваться в восстановительном лечении, они не используются. Ну, для примера, у нас в Воронежской области 52 источника минеральной воды, есть свое Ильмень-Озеро, которое богато сапропелевым грязем. Но кроме того, Криса, мы с вами богатейшие имеем запасы различных глин. Глину давно использовали Плиний, да, Авиценна в своих трудах. Кроме того, Криса, им серьезное внимание уделяли и академик Покровский, и Боткин отмечали их, скажем, достаточно целебное действие. Так вот, мы провели клинические исследования и, скажем, использовав медико-биологические исследования, скажем, при лечении статистических методов, доказали, что глина лечит, имеет право на быть и достаточно дает высокий клинический, статистически обоснованный эффект, статистически значимый. Глину мы пользуем, это глина каолиниты, глина серо-черного цвета, это глина стрелецкого карьера. Так вот, говорится, что в ходе общения с Алексеевичем мы выработали методику. То есть пациент, попадая к нам с различными жалобами, субъективно, прежде всего, жалобы на боли в спине, шее и так далее, то есть мы его смотрим, говорится, объективно, смотрим ему, говорится, все, скажем, соматический статус, дальше применяем флексионный метод. И вот таким вот образом, вот вы обратите, пожалуйста, внимание, то есть к нему не полностью, потому что, в принципе, скажем, местно на руку или на ногу грязи не накладывают. То есть мы пользуемся именно таким методом, то есть только в тех местах, где выражены изменения с нашей точки зрения. После того, как пациент принял процедуру, все это убирается, либо это делается в мешочках. Если завтра у меня будет возможность, я все принесу, скажем, в таком мешочках, которые для этого используются. Мы с вами проведем практические занятия, и у кого будет желание, это можно будет на себе испытать. Дальше больной, скажем так, приходит, то есть эстетически себя все это убирает. И дальше снова по флексионным тестам мы проверяем, и действительно какая-то динамика, которая нас сражает. Достаточно 8, максимум 12 процедур, и в принципе, скажем, больные возвращаются в центр мануальной терапии, и в общем-то здесь наблюдается динамика. Что бы я еще хотела, наверное, напоследок сказать, что суждение о функциональном состоянии того крица или иного органа все-таки надо формировать не на, скажем так, не на статистических точках зрения, а больше на динамике, да, то есть динамике под наблюдением, под влиянием нагрузки. И, в общем-то, наиболее адекватная нагрузка при грязевой терапии, в общем-то, нужно сосчитать саму процедуру, то есть грязевой или глинотерапии, которую начинает нужно с минимальной дозировки и на основе изучения, в общем-то, реакций ответных выбирать дальнейшую терапию. Я не хочу больше распространяться о глинах, потому что много можно было бы рассказать, что они содержат, на чем основан их механизм действия, но пусть это останется на другой раз, потому что я уже, наверное, утомилась. Спасибо за внимание.